как бы зимой можно кататься на санках, а летом нельзя. Кататься на лыжах. Кидатися снежками, на санках кататися. Сніжки липити сніговикам. Кататися на санях і все. А літом можна на велосипеді кататися, а зимой нет. Почему? Как бы это скажу, потому что на велике, если кататься зимой на велике, можно упасть. А если кататься летом на санках, это не будет получаться кататься. И можно упасть, если камень будет поблизости. У кувача не можно бегать, бо послизнеться. Рідці не купаться. Влітку не можна кататися на санках, сніжки гуляти і на льоду кататися, і ще сніговика ліпити. А літом можна кататися на роликах, на самокаті, на велосипеді, на скейтборді. На скейті кататися, на роликах. Ну, лепить большую снежную бабу, там, играть в снежки. Лепить снег и кидаться. Снегу можно много разважаться. Можно из них лепить все. Ангела робити, снежки гулять. На фелике, на роликах. Там и вот это. И на скейтборде. Не можно было, не можно кататься на гироскутере, на гироборде, потому что можно поскользнуться и сильно упасть. На велосипеде, на самокате. Это все можно делать летом, зимой это все не можно, бо можно загрузнути в снегу. На горках, на качелях. На каруселях, на атракціонах. Ну, как бы бегать там, прыгать, играть в снежки там. Не падати в сніг. Надівати теплу одежду. Треба рухатися, живленись. Ще треба багато бігати. І чай, рукавиці вдівати. Вдівати куртки, шаплі, шарфи, курточки, ботинки, рукавиці. Можна і зарядку робити, не замерзнути. Інтересну якусь. Тільки на лижах. На санчатах. Дорослі взимку не розважаються, вони працюють на роботі. Чай попити можуть, кафе друг захочуть. Вони ходять, как бы, можуть ще сходити куди-то там, в такий зал, там, де можна посидіти, там, поработати, попити чайку или кофе, там, или какао. Ну, потому что им это интересно. Кататься на тарелке, кидаться снежками. Больше зимой ничего мне не нравится. Ну все, можно покататься. Зимою весело, бо снег падает. Может, вот снег, как бы, можно слепить большую снеговую бабу там. Я люблю зиму, потому что у меня день рождения в зиму. Ну, в снежке, потому что можно, как бы, лупу как бы взять с собой и посмотреть, какие снежинки там, какой снег, рыхлый, не рыхлый.